Ухудшается состояние девушки, сбитой на пешеходном переходе и выброшенной на свалку. По словам близких, сейчас у Нургуль Тургымбаевой парализована правая сторона тела и отказывает почка. Сегодня девушку положили в гомеопатический центр Алматы. На улучшение ее состояния понадобится как минимум 3 месяца. Еще одним последствием аварии для Нургуль стала утеря документов. По словам родственницы пострадавшей, молодой человек, находившийся за рулем того автомобиля, приходил к ним несколько дней назад и интересовался состоянием девушки, но говорит, никакой сумки он не видел. Он сам позвонил мне, хотел увидеть Нургуль. Мы согласились и показали ее. Он был потрясен, обещал помочь, позвонить на следующий день, но больше мы его не видели. На камере видеонаблюдения видно, что ее тащили ведь 2 парней. Один забрал ее сумку, а водитель уверяет, что он этого не видел, и второй человек был просто пассажиром. Получить документы в Алматы семья не может, так как прописана Нургуль в Таразе. Напомню, шокирующий случай произошел на трассе Алматы-Бишкек вечером 11 марта. Нургуль Тургымбаеву сбила машина. Едва живую девушку на мусорной свалке обнаружил полицейский патруль. Несколько дней она провела в коме, получив множественные травмы. Водителя автомобиля удалось найти спустя несколько дней, хотя он перекрасил машину и избавился от всех следов аварии. Однако через 3 дня молодого человека отпустили под залог.